первый заместитель председателя Мособлдумы, депутат от «Единой России» Лариса Лазутина, встретилась с коллективом культурно-досугового центра «Заречье». Обсудили вопрос необходимости оснащения библиотеки КДЦ стеллажами. Сейчас рассматривают возможность включения этого проекта в программу инициативного бюджетирования на следующий год. Мероприятие состоялось в рамках проекта «Новая школа» и подведения предварительных итогов реализации проекта «Подмосковье. Территория перемен», в соответствии с которым выполняются наказы народной программы «Единой России» и губернаторские инициативы.